На самом деле прекрасна Москва вечерами, даже когда холодно и лед застыл на реке неровными пластами. Добрый вечер, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И госсекретарь США Энтони Блинкен, замечательный остроумный мужчина, заявил, что Владимир Владимирович, прошу прощения, уберите детей от экранов, Путин, собирается восстановить Советский Союз. Пожалуйста, не падайте со стульев, дорогие друзья, потому что на самом деле это все очень смешно. По свежим новостям, 1500 граждан РФ изъявили желание вернуться вывозными рейсами из объятого, скажем так, беспокойством Казахстана. Ну как беспокойством? Боевыми действиями фактически. Там оттуда такие жуткие картинки и кадры приходят на самом деле. Вот. И хочу вам сказать, что папа Иван связался с Натальей, с Наташей, дочкой со своей. А на втором канале была небольшая эпопея, связались. Все, слава богу, он мне написал в WhatsApp. Вот, от всей души поздравляю. Вот такая история. И хочу сказать, что на самом деле необходимо людям во весь голос говорить о том, что войны не должно быть в принципе. Потому что, ну, это меня поражает на самом деле, друзья, больше всего апатия. Вот такая вот апатия, что ну еще война, ну где, в Казахстане, ну да, там стреляют. Знаете, на самом деле есть такая штука — искра побуждения. Действительно, штука волшебная, когда ты начинаешь понимать, что ты не хочешь влачить существование, не желаешь влачить существование, а желаешь жить и имеешь на это право. И каждый человек, каждый из нас, вне зависимости даже от своих физических способностей, возраста, пола, национальности и так далее, имеет возможность получить в свою душу такую искру побуждения. Вот, у меня там что-то хлюпнуло, булькнуло и загорелось. И вот, купил рюкзак за 519 рублей, друзья. Говорят, вода в него не очень хорошо проникает, так что все будет в порядке. И подумываю поездить по России с акцией «Стоп Каин». Был такой «Стоп Хам», может быть, вы слышали, которые наклейки клеили и устраивали сами какие-то форменные изощренные издевательства и хамство над другими хамами, что выливалось в драки. Я же, напротив, собираюсь двинуть по России в гордом одиночестве, скорее всего, вот, с совершенно иными побуждениями. Учить жить никого не собираюсь, напротив, желаю общаться с людьми, учиться у людей и говорить с ними на тему войны и мира. Потому что вот эта ситуация в Казахстане так или иначе затрагивает каждый город России. Почему? Да потому что, думаю, военнослужащие, которые направлены туда, ну, родом отовсюду из России. Вот так вот. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Загляните в описание этого видео, чтобы поддержать мой труд. Я в этом реально нуждаюсь. И нужно мне действительно на дорогу мне нужно собрать денег, подготовиться. Я планирую ездить по городам, останавливаться, снимать ролик с объявлением, а через 2-3 часа после этого включать прямой эфир и приглашать всех желающих высказаться. Вот, вот такие дела. Ничего сверхъестественного. Просто предоставить людям возможность коммуницировать друг с другом, общаться. Действительно. Вот, весело и задорно, как говорит один украинский блогер. Вот. И к слову об Украине. Вот потомок выходцев из прекрасной светлой Украины, господин Энтони Блинкен, госсекретарь США, что соответствует министру иностранных дел, сказал действительно забавную вещь про то, что тот, кто, вы сами знаете, чье имя неприятно произносить вслух, он, хочет установить Советский Союз в прежних, границах, сферах влияния. Вот это действительно сморозил, так сморозил. Вот ситуация в Казахстане и реакция на нее РФ наглядно показывает, что речь идет о совершенно противоположных вещах. Потому что чем больше можно оттолкнуть народ дружественного братского Казахстана, в котором на самом деле все всегда в Средней Азии висит на волоске. Всегда. Вот. И
Вот чем можно сильнее оттолкнуть, тем как проявлением откровенной силы. И вот они берут и делают вот это вот действительно, ну, самые вот нехорошие ходы из тех, что можно было сделать. Действительно. На британских орудиях было написано «Последний аргумент короля». Это означает, когда дипломатия, политика, всякие эксперты, всякие министры взяли и молчу, и ситуацию уронили. Вот такие дела. Что ж, еще раз там подписывайтесь и, друзья, заходите в описание, подписывайтесь на второй канал и обязательно, и там же в описании вы узнаете, как поддержать мой труд и мое начинание «Стоп Каин». Ну, попробую, потому что, ну, вот движение жизни. Или, может быть, я сгину где-нибудь, но все равно это интересно. Вот. И хочу, желаю на Русь прекрасную посмотреть. Вот. И пообщаться с вами. Доброго вечера.